С 1 июля текущего года работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. В частности, с целью улучшения системы условий и размеров оплаты труда работников лесных и природоохранных организаций внесены изменения в постановление правительства Республики Казахстан о системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. Согласно документу, до 100% надбавку к должностному окладу получат работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительных организаций. Среди них лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Также повысят оклады 113 десантников пожарных авиационной охраны. На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета на 2024-2027 годы в размере более 8 миллионов тенге. Всего доплатой будут охвачены более 3000 работников. Финансирование доплаты 1619 работникам лесных пожарных станций, учреждений лесного хозяйства, местных исполнительных органов планируется за счет средств местного бюджета.